Приветствую всех на канале Амурли. Сегодня в возрасте 45 лет скончался известный российский певец Пьер Нарцисс. Исполнитель песен умер после операции на почке. Пьер Нарцисс Денабали де Сузе родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 90-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса «Шоколадный заяц» вышел в 2004 году. Большое спасибо, подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик.